Привет, девчонки и мальчишки. Меня зовут Митя Фомин. И в это самое время я пересекаю одну из улиц северной столицы, улицу Марата в Санкт-Петербурге. Я здесь для того, чтобы отыграть очередной концерт после моего отпуска. К сожалению, мы не можем вам заявить о том, где и когда будет этот концерт, потому что это большая тайна. Но обязательно в следующий раз, когда мы сюда приедем, мы пригласим вас всех. Сегодня у нас был очень сложный перелет, переезд из столицы Белоруссии в северную столицу России. Но 4 часа на Сапсане делают свое благое дело, и мы вновь уже отдохнувшие, набравшиеся сил, едем на новую площадку. Покой. Вы порадуйте поклонников, что вы опять улетаете. Да, ну, я порадую, в общем-то, наверное, не поклонников, а больше себя, что я улетаю завтра опять на 3 дня на Средиземное море, пока есть время, пока есть возможности. Но во вторник, не щелкается, 16 августа, мы увидимся с вами вновь ближе к вечеру. Пока, не скучайте. И голосуйте, у вас это очень хорошо получается на сайтах отечественных и иностранных за наши любимые песни. Я вас очень люблю. Все, пока.